Если ты не звонок и не ярок, и ты не приготовил свой подарок, то от тебя подарок и не жди. Я не помню, как там точно. О, сколько дров тут уже? Кубометров. Не знаю. На твой глаз, все. Четыре может. Способ определения настроения Александра Долгова. Он когда в руках носит, он расположенный. Когда на тележке возит, хочет меня завалить дровами, у него злость, что он не успевает подносить, пока я разложил уже, стою, жду его. Когда на тележке, он сразу же навалит вот так. Еще воспользовался. Он навалит, а потом носит или как? Потом, носит на руках. Он мне только что говорил, я от тележки отказался, потому что долго. Сейчас наоборот.
берет. Интересно-то. Да ладно, это все, конечно, шутки. Там справа я сейчас пришлось забирать, разбирать. Перестул уже перекладывал два раза, чтобы Владимир Александрович мог у нас брать ее удобно. Она там же лежала сначала, ну, потом да. Тут я сюда переложил и туда. Теперь, чтобы не зарыть ее, да, вот здесь поближе я положу. Да. И здесь я держу еще чурку свободную. Вот здесь. А здесь подметаю постоянно. Больше ты сегодня ни одной не привезешь. Кол, это звенел звонок, что значит? Судя по звонку. Что значит звонок? Конец работ. Все, конец работ. Давай, Александр. Ну да убрать можно это? Помыть руки и находить. Все как надо у нас идет. Дороги просто